Дорогие друзья, меня зовут Драган, и сегодня я хочу поблагодарить нашим подарщикам за поддержку и помощь, которую нам оказывают нам, сербам на Косово и Метохии. С этой поддержкой мы успели покупать семена для клевера, потом покупали минеральные удобрения, покупали и топливо для трактора, а тоже покупали и почвофрез, который нам был нужен обрабатывать почву. Хочу сказать одно, что я считаю самым важным для нас. Сербы и русские, надо быть вместе навсегда, как пальцы в кулаке. Хочу тоже пригласить гостей, всех подарщиков и тех, которые занимаются сельским хозяйством, у нас пасяне на Косово и Метохии в нашем доме. Хочу сказать большое спасибо за всю поддержку, которую нам дают русские братишки, и мы вас ждем в нашем доме. Привет и большое спасибо.